понедельник Израиль в течение часа обстреливал юг Ливана. Так Иерусалим отреагировал на взрыв бомбы на израильско-ливанской границе. Инцидент произошел в тот же день возле армейских бульдозеров израильской армии. Ответственность за взрыв взяла группировка «Хезболла». В своем заявлении она сообщила, что это стало актом возмездия за убийство в прошлом месяце видного полководца «Хезболлы» в Сирии. По сообщениям ливанских СМИ, не менее 30 снарядов, запущенных Израилем, разорвались в районе населенного пункта Аль-Вазани. В результате обстрела есть пострадавшие. Сирийские беженцы попали под перекрестный огонь. Это произошло просто вокруг Аль-Вазани. 3 или 4 снаряда взорвались рядом с нами. Все люди разбежались. Я не знаю, откуда обстреляли. Тучи были везде. В прошлом месяце в Сирии был убит ключевой лидер Хезболлы Самир Кунтар. Он возглавлял антиизраильскую группировку «Сирийское национальное сопротивление» на Голанских высотах. Из-за угрозы мести со стороны Хезболлы Израиль увеличил численность боевых подразделений в районе границы с Ливаном. Организация Объединенных Наций призывала обе стороны проявлять максимальную сдержанность в отношении любых провокаций.